Новая неделя началась с прежними настроениями. Евро и фунт остались в боковике, несмотря на публикации статистики в Европе. Но все же еще может что-то измениться. Инфляция в Италии выросла с 1,1% до 1,3%, что оказалось несколько ниже прогнозов 1,5%. И хотя это сводит вероятность роста инфляции во всей зоне евро выше 2% к нулю, Единая европейская валюта практически никак на это не отреагировала. По большей части это связано с тем, что Италия является лишь третьей экономикой зоны евро тогда как сегодня еще публикуются аналогичные данные по Германии, первой экономике Европы. И ожидается, что инфляция должна ускориться с 2% до 2,3%. Если же ситуация в Германии сложится так же, как и в Италии, и инфляция вырастет несколько меньше, то единая европейская валюта вполне может усилить свои позиции. Ведь главная угроза для нее сейчас – это риск повышения ставки рефинансирования Европейского центрального банка, которая возрастает пропорционально Росту инфляции. Тем не менее, общий потенциал укрепления единой европейской валюты явно ограничен. На это указывает динамика по фунту, который, хоть и не сильно, но все же снижается. Так что вполне можно предположить, что более низкие темпы роста инфляции в Италии не останутся без внимания, а станут фактором устойчивости единой европейской валюты. Таким образом, даже если данные по инфляции в Германии станут причиной роста единой европейской валюты, то рост этот будет, скорее всего, носить кратковременный характер. Что мы пока выйдем на графиках? Валютная пара евро-доллар в период прошлой пятницы проявила достаточно высокую активность, где вначале мы увидели резкий нисходящий ход от значения 1.2220 до отметки 1.2132, а после чего с аналогичным темпом вернулись в исходное положение в район 1.2220. На рынке данное поведение цены называется V-образная формация. И теперь, анализируя текущий торговый график, можно увидеть достаточно узкое колебание цены в границах между отметками 1.21.80 и 1.22.05 где уже более 15 часов находится котировка. Процесс накопления в установленном диапазоне в итоге может привести к локальному ускорению. И, следуя имеющемуся сужению, логичнее всего применить метод торговли, исходящий из пробоя той или иной границы. Пара фунт доллар не изменила своим традициям. Котировка, как прежде, следует в границах широкого бокового коридора между отметками 1.4120 и 1.42240 где в период минувшей пятницы возник отскок цены от верхней рамки. Анализируя текущий торговый график, можно видеть, что котировка все еще находится в верхней части бокового канала, а именно у отметки 1.42.40 и имеет признаки отскока. Можно предположить, что закономерная основа, связанная с амплитудным колебанием внутри диапазона, все еще актуальна, поэтому трейдеры продолжат рассматривать метод отскока. Кардинальные изменения на рынке возникнут лишь в случае удержания цены за пределами той или иной границы бокового канала с учетом подтверждения пробоя на четырехчасовом периоде. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании Инстафорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась американская торговая сессия.